Здравствуйте, друзья, мы продолжаем проходить Scribblenauts Unlimited. На чем мы остановились, так? Ага, у нас тут была эпическая битва Зевса против Титана. Зевс, успокойся. Тебе его все равно не достать. Так, движемся дальше. Что у нас здесь? О, пиратский кораблик. Интересно. Но я пойду на руины Эллипсиса. Что нам несут руины Эллипсиса? Так, тут какие-то мартышки. Это что за птичка? Вот, и что тут только нет. Так, ну что ж, нужно немножечко переодеться. Так. Переоденемся вот в такой вот костюмчик. И поменяем ездового зверя. Давай, пересаживайся. Оп, молодец. Так, банан на грифоне, отлично. Движемся. Что тут у нас? Это хищное растение. Может содержать в себе лекарство для множества болезней. Но я никак не могу его вырастить. Мне нужно... мне нужно... А, еда, наверное, какая-то. Давайте создадим корову. Вот, я всех кормлю коровами. Кушай коровку, хищное растение. Хищное растение почему-то не хочет кушать коровку. Ну вот, удобрение. А, я могу его подобрать? И атаковать удобрениями? Нет, атаковать удобрениями не надо. Черт побери, так. Нет, возьми огнемет. Выбросим корову, тут как-то тоже не нужна. Давайте я создам свое удобрение. На. Вот, использовать. Использовать. Нет. Растение. Так, ладно, давайте слезем с этого грифона. Что-то мне кажется, что он мне всю малину портит. Давайте водой еще польем. Водичкой. Давайте муху скормим. Или мушку. О! Все было просто, оказывается. Нужно было скормить хищному растению мушку. А, помоги. Ему нужно что-нибудь побольше. Вот, а теперь настало время для коровы. Давай. О! Фарш. Огнемет. Поджарим фарш. Ой-ой-ой-ой-ой. Массакр устроил. Фениксу нравится огонь. Фу, ладно, разобрались. Так, два осколка уже получили. Это интересно, за что? Так, мурашикам нужна какая-то помощь. Наша королева, наш лидер погиб. Ага. Создай нового лидера, подходящего нам. Им нужна королева муравьев. Но это слишком просто. Мы создадим короля дварфов. Так. Просто дварфа. Дварф. А чё-то он на моего грифона нападает. Так, дварф, ты у нас френдли, во-первых. А во-вторых, тебе нужна корона. Кроун. Потому что ты король. Блин, да не ты. Ты корон... Тебе-то корона как раз шибко крутовата. Вот ты возьми корону. И ты новый лидер муравьиного царства. Нет? Не хочет становиться лидером муравьиного царства. Так, я вот не помню, как суслик гафер. Не, ну очевидно, что чмошник. Ну ладно, пусть будет королева муравьев. Ant Queen. Queen.
Не понял. Ant. Так. Как? Ant. Ant. King. Ладно. Дварф. Отдай корону. Мы сейчас просто коронуем кого-нибудь из вас. Все. Вот, ты наследник трона. Будешь жить в замке из песка, так? Старт. Скрибл квест. Посмотрим, шлемик одели. А, приготовься к приключениям в ходе эпического квеста. Дай бойцу оружие. Ему нужна секира. Варакс. Потому что это... Ну ладно. Тогда возьми просто меч. Будешь с мечом рассекать. Хотя надо было ему какую-нибудь волыну дать. Ну ладно. Так. Ага. Этот бандюк любит оставаться в тени. Дай ему какое-нибудь дистанционное оружие. Дистанционное оружие. Ну, это, конечно, понятно, что намек на лук. Но мы дадим ему снайперскую винтовку. На. Радуйся. Какой-то монах. А, нет, это чернокнижник. Мастер магии. Дай ему оружие, которое позволит ему использовать против врага его магические способности. Ну, тут уж ничего не придумаешь, кроме посоха или волшебной палочки. Да, именно так. Клерик. Клерик должен служить поддержкой команде. Дай ему что-нибудь, с помощью чего он сможет лечить... Так, дефибриллятор. Да. Отлично. Молодец, он знает толк в лечении. О, сейчас у них намечается битва против дракона. Так. Теперь что, снайпер вступает? Отлично, РДД. Что у нас тут? Класс, фаербол. Нет, метеорит. И теперь клерик с помощью дефибриллятора. Ну, у тебя как раз дефибриллятор, давай. Отлично. О, найс. Хорошо, что я никому из них уже не дал базуку. Так бы это... О, награда. Я тоже... О, шпага какая-то. Магическая, очевидно. Фиолетового цвета. Обычная шпага не может быть. Так, я возьму шпагу. Шпагу хочу. Рапира. Ну да, эпическая рапира. Жаль, взять не могу. Надо запомнить, рапира. Потом устроим какой-нибудь поединок на шпагах. Так, продолжить. Так, банана Максвелл на грифоне продолжает свой путь. Какой-то голубь. I am so plain. Что такое plain? Add an objective to me, so I can fit in. Что-то я не понял. Какой-нибудь подходящий adjective. I am so plain. Что такое plain? Сейчас я вспомню, что такое plain. Может быть... Нет, бледный, это, по-моему, что-то другое. Пустой. Такой plain. Adjective. Что-то добавить к нему. Давайте... Не знаю, может ему крыльев мало, давайте еще ему пару крыльев дадим. Винкс. На, братюня. Может он обламывается, что... А, он, наверное, слишком простой. Тут все какие-то такие кучерявистые. Райская птица, вон попугай, а он обычный голубь. И он обламывается по этому поводу. Давайте сделаем его полосатым. Ну как, подошел? О, отлично. Ну, кстати, даже на попугая похож стал. Чья-то грудная клетка.
Так, бабуля, изучающая обезьян. К сожалению, не помню. Это очевидная отсылка к одной ученой, которая там долгое время однажды прожила в коммуне обезьян. Дай мне что-нибудь, чтобы помочь мне изучать этих шимпанзе. Тебе нужен костюм шимпанзе. Чемп сьют. Кэмпи сьют. Не, мне не нравится. Так, а что бы тебе такое дать-то, чтобы... Ну, возьми камеру. Будешь снимать там, как обезьянки живут. М? Подошло? Да, отлично. Чё это, обезьяны-то тоже приоделись, там чуть ли не прибор ночного видения. Ну-ка, отдай, что это у тебя такое? Мне интересно стало. Это бинокль. Отлично, так. Кто следующий? Тут еще какие-то два задания есть. А, по-моему, там внизу была какая-то ведьма. Только вот как туда... Как туда попасть? Хм. Интересно. Так, это у нас какой-то Индиана Джонс местного разлива. Так. Crazy Darts. А, давайте дадим ему щит. Щит. Ну да. Или... А, нет. Круче. Мы сделаем его... Почему он летающий? Weightless. Он невесомый. Невесомый криптозоолог. Кучеряво. Давайте наш криптозоолог еще и будет Unstoppable. Давай, криптозоолог. О, сработало, похоже. Что за кролик? Какой-то робот. Ультрасаунд, ультразвуковая машина. О, сработало. Так, и какая-то там ведьма была. Некромансер даже, ничего себе. Кристалл Бонсов, Кинг Эллипсис. Короля Эллипсиса. О, мы как раз сейчас сюда куда-нибудь спустимся. Так. Помоги мне найти кристаллические кости короля Эллипсиса. Ну и запрос у него. Может дать ему лом? Пусть вскроет. А я забыл, как лом пишется. Лопату может дать ему. Шовел. Шовел. Так, лопату. Мне кажется, что это совсем не то что-то. А, нет, лопата. На? Оп. Ну. Давайте просто создадим кристаллическую кость. Оп. Бери кристаллическую кость. Нет? Remove. Что-то не нравится-то, а? Кристаллические кости короля Эллипсиса. Ну, какой-нибудь там кристалл, скал, кристаллический череп на... Как же я тебе могу помочь-то? Ну, все-таки... Так, лом, кроубар. Лом, кроубар, точно. На, лом, короче, и взламывай. Взламывай. Не хочет. Слушай, что делать? Давайте сожжем нафиг. Ой, ой, горим, горим. Еще атакуй. Нет, 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 горим, горим, горим. Ай, блин, что такое? Все. На смарку. Придется делать ресет. Ах, yes, ресет. Блин, и Макс у нас снова не заимпрувленный. Нет, не create object. Так, fast flying invulnerable. Что ж, друзья, мы, наверное, некроманту помогать
Мы, наверное, некроманту помогать не будем. В общем, такая ситуация уже происходит не в первый раз. И я уверен, что кто-нибудь из вас поможет мне советом и скажет, как же все-таки стоит пройти это место. Наверняка кто-нибудь догадался. А сейчас у нас будет финальная битва. Что ж, вот на такой вот ноте все-таки проведем финальную битву. Ох, и сегодня у нас будет финальная битва между... ну ладно, просто Биг, пусть будет Большой Лич. Так, Большой Лич. Вот он. Лич, не я, твоя цель. Против Большого Паладин. Против Большого... Ого. Большого Паладина, Большой Меч, кто кого? Паладин. Ну что же ты? Паладин, Паладин. Мы тебя сейчас сделаем. Брейв. Давай, дерись. Эх, Паладин, не оправдал ты наших ожиданий. Придется взять твой меч. И медленным взмахом. И вторым медленным взмахом. Давай. Ай, ладно, все. В общем, с личом мы разобрались. Меч опозорившегося паладина тоже выбрасываем. Вот и закончилась наша финальная битва. Спасибо за просмотр. Предлагайте новые идеи. Помогите мне разобраться с этим некромантом и помочь ему. И до свидания.